Всем привет, с вами снова я, Настя, и да, нам 5 месяцев. Ну, точнее, нам сегодня уже на 30 число почти 5,5, и поэтому пора бы рассказать вам о том, что все-таки с нами случилось, как мы изменились, как мы подросли. Итак, в том месяце мы прибавили целый килограмм, в этом месяце из-за того, что мы пришли пораньше, у нас прибавка показала только 400 грамм. Поэтому мы кушали активно в этом месяце, и могу сказать так, что на данный момент у него примерно прибавка 800 грамм точно была. Далее. Рост. Мы прибавили всего 1 сантиметр, поэтому где-то 63 сейчас. Ну, не очень, конечно, прям так вырос, но ничего страшного, мы и так длинные. По поводу его умелок. Он также болтает, потом у него из-за того, что он смотрел рекламу, там, где йота с этим ау-ау, он стал вместо того, чтобы произносить слоги, как раньше, там, допустим, ба пытался там, да, это ар, а, у него стало это... Он так вот общался. Причем он не то что поперхнется, да, но дело, когда ребенок поперхнется, начинает так. А ему нравится, он вместо того, что говорить, начал делать так и смеяться, улыбаться. Но также у него периодически появляются моменты, когда он там рассказывает что-то так прям. Там, ау-ау-ау, я вставлю все это в конце. Также иногда он говорит мам, когда ему нужно. Кушаем мы, сразу опять повторюсь, у нас прикорм начался с 4 месяцев по разрешению педиатра, потому что, скажем так, от определенных прибавок в весе нам как бы до этого сказали ввести прикорм, мы кушали кабачок, да. Сейчас мы кушаем, вот за счет того, что мы кушали прикорм, мы прибавили целый килограмм. Сейчас мы, конечно, кушаем уже... фруктовые пюрешки, мы кушаем кашки, кашу мы пробовали и овсяную, и гречневую, и рисовую, ему все нравится, особенно ему нравится гречневая и рисовая каша, овсяная ему как-то не очень. Пюре мы любим фруктовые, кабачок мы едим полбаночки, больше он не может съесть, ему не нравится. Цветную капусту мы вообще терпеть не можем, брокколи примерно столько же, тоже полбаночки и все. Фруктовые мы съедаем все полностью, ну, понятное дело, сладенько, вкусненько. Также мы даем ему чай детский, Бебевита, и я ему даю соки. Естественно, соки я детские разбавляю, и он получается не такой концентрированный, вкусненький, и Егорке нравится. Он может спокойно как бы за день полбутылочки выпить. Что же еще? Молоко. Я кормлю до сих пор грудью, но у меня сейчас уже не такое молоко и не так много его, как было раньше. Поэтому все-таки на всякий случай я собираюсь покупать смесь. Семилак нам не подошла, поэтому, не знаю, будем пробовать, наверное, всякие тинан. Единственное, что мне нравится, у них срок годности 3 недели, а мы, ну, скажем, пока, допустим, его не едим особо, эту смесь. Поэтому, как бы, немного, знаете, боюсь прогадать со смесью, впустую потратить деньги, но посмотрим, если молока станет намного меньше, то придется все равно покупать, выбирать, искать. Далее, что еще такого бы вам рассказать? Ну, мы любим, когда я его, допустим, беру на руки, я его кружу, подпрыгиваем, он смеется, улыбается. Все нарезочки с ним, то, что он делает, как он смеется, болтает, это все будет в конце, как он кушает. Кушаем мы как хрюшки, все у нас, весь слюнявчик в пюре, лицо, вот понос, все в пюре. Первые две ложки нормально, а потом, понятное дело, уже поросятам. В плане того, что, ну, узнавать, понятное дело, нас узнает. Также вы видели, если смотрели предыдущее видео с танцульками, он у меня танцует. Причем мы не любим лежать долго, мы любим сидеть, мы любим танцевать, ходить, прыгать. В основном у нас уже получается, как бы, как это объяснить, дай ему волю, он бы сам уже пошел. Но так как он пока еще не может стоять на ногах, пока еще рано, мы ждем. Муж, он как раз гуляет сейчас с Егоркой, пока я снимаю видео для вас. Что такого вам еще рассказать о Егорке? На самом деле, растет он просто быстро. Это, не знаю, ни по дням, ни по годам. Сейчас уже как-то, даже, не знаю, смотришь на него, кажется, что он такой уже взрослый, такой все понимает. Очень любит баловаться с волосами. Допустим, мы с ним лежим вместе на кроватке, он лежит со мной рядышком, и он берет так, поворачивается на бок, заваливается, хватает рукой моего так волосы, так оттягивает и себе прямо на лицо накидывает и балдеет лежит. И вот он потом повторяет эту процедуру. Это для него такое маленькое веселье перед сном.
Также он любит смотреть со мной сериалы иногда, он поглядывает, допустим, сосет грудь, я смотрю в этот момент, допустим, какой-нибудь фильм или сериал, он отворачивается, смотрит, наверное, несколько минут, поворачивается и ест дальше. Он любит песенки, очень любит музыкальные мультики. Я понимаю, что многие сейчас напишут, что нельзя смотреть детям телевизор, он смотрит на нормальном расстоянии, понятное дело. Я понимаю, что ему нравится динамика смены картинок, но в основном ему нравится музыка. Не знаю, он музыкальный мальчик, ему нравится слушать музыку, ему нравится танцевать, поэтому я все-таки думаю, в дальнейшем, когда он подрастет, если этот интерес останется, то дать его в хореографическое и, возможно, музыкальное, чтобы он еще умел играть на музыкальном инструменте. Он у нас укулеле лежит, моя, ждет лучшего времени, и, возможно, научится как раз и петь. Потому что петь он пытается, он под песенку на канале караоке, по-моему, теремок, вот это караоке для детей, там есть песня про лево и право, там право, лево, ла-ла-ла, и он когда прыгает, у него направо, он пытается сказать бу-бу-бу-бу, у него прям такое, ну, пытается сказать П, пытается сказать П, но букву П у него еще пока не произносится, поэтому у него что-то бу-бу-бу-бу, это смешно выглядит, но в целом он старается произнести данную букву. Так у него хорошо получается вот ма, ба, и то, знаете, ба у него сейчас пока что отошло, пока перестал так редко-редко говорить. Что еще такого? До сих пор, когда мы кушаем, он видит еду, он облизывается, заносишь его на кухню, открываешь полочку, где стоит пюре, он уже такой... Типа, есть вкусняшку, давайте мне. Вот. А при этом, как бы, если он видит, что мы кушаем, он то же самое пускает слюни, злится, типа, а мне же, как же я же тоже хочу. И если увидит, там, допустим, стоит чашка с бутербродом, он пытается идти тут в ту сторону, чтобы тоже взять. Ну, также он любит, допустим, если я его держу на ручках, он видит свою игрушку, он тянется, берет ее, когда сидит, тоже хватает, грызет игрушки, зубов. О, это вообще какой-то кошмар. Не знаю, может, у многих так же. У меня лично рано вылезли зубы, у мужа позже. Поэтому сын все-таки пошел в мужа, потому что у нас чешется десна, он все мусолит, грызет. У нас поднабухает то клыки, то спереди вся десна, получается, нижняя. Но, как факт, зубы не прорезываются, у нас еще пока нету зубов. И вот этот период, когда иногда ему бывает плохо, что вроде все набухло, он конючит, и наоборот, когда вроде бы все хорошо, но он сразу все грызет, а зубов-то нет, а ты уже ждешь, ну когда же этот первый зубик, вот у других знакомых уже зубы, а у вас еще нету их. И ты такая думаешь, блин, наверное, придется месяцев до 7-8 ждать. Но не так долго осталось. А что еще у нас такого? В принципе, по-моему, это все за этот месяц, ничего такого прям кардинального нет. Мы сидим спокойно в стульчике, кушаем, прыгаем, танцуем, играем. И, пожалуй, как всегда, нарезка Егорки в конце. А я с вами прощаюсь, всего доброго, всех люблю, всех целую. Пока-пока. Вот, надо усечки, надо. Кушай. Пробуем сок. Ну, пей давай. Ой, так вкусно, да. Да. Ого, так вкусно. Покусачок. Егор. Ага, вкусно. Очень вкусный сок. Прям, да? Сладенько. Тебе сладенько? Какой сачок. Да? Вкусно? Кстати, вкусненько. Еще будем? Называется «Верни мой сок». Ну, где сок? Какой сок? Че, застеснялся-то? Застеснялся? Тяжелый. Буду спать. Ну. Он не спит. Кто не хочет спать, а? Кто не спит, то балуется опять. Давай, кашу.
Пюре? Ты же не любишь. На. Ну. Посмотри на меня.